С сегодняшнего дня в Казахстане новый герб. Чем он отличается от прежнего образца и во сколько может обойтись его замена бюджету, знает мой коллега Нургали Карабаев. Добрый вечер, Нургали. Расскажи, с чем связаны изменения? Добрый вечер. Изменения связаны с переходом казахского языка на латиницу. Поправки в технические условия приняли еще в сентябре, а с сегодняшнего дня они вступили в силу. В принципе, кардинальных перемен не произошло. Единственное, что изменилось, это написание названия Республики Казахстан. Отныне оно обозначается на латинице. Теперь все госучреждения должны поменять старый образец герба на новый. И бизнес хорошо сможет заработать на этом. Например, стандартный герб диаметром 50 сантиметров стоит порядка 75 тысяч тенге. Изготовители говорят, что у них нет отбоя от заказов. Строгих правил по срокам замены герба на новый образец пока нет. Но обычно это занимает от года до двух лет, рассказали чиновники. Впрочем, никто еще не сыграл на опережение и не повесил новый герб. Здание правительства, Верховного суда, парламента все еще украшают гербы старого образца. Спасибо, Нургали. Теперь главное, чтобы чиновники провели законно тендеры по закупке новых образцов. Не хочется, чтобы кто-то нагрел руки на государственном символе.